Вареньку надо снять сейчас. Сейчас я Вареньку сниму. Так, Варенька. Отечественный сорт. Очень известный. Густо-розовый, набитый. Вот кустику тут 2 года. Первый цветочек расцвел сегодня 19 мая 2016 года. Вечер, 6 часов вечера. Вечернее солнце. Вот наша Варенька российская. Если красавица. Не держи, запираться будет. Нет, нормально получается, я смотрела. Так, это у нас Варенька. Растет тут под деревом. Немного неудачное ей место. Русский сорт. Очень известный. Обычно такая набивная. Ну вот я могу показать пока только цвет. Потому что из-за того, что она растет под черешней здесь, черешня близкая, забивает ее. Ну, пересадим на другое место, увидим во всей красе ее.